Здравствуйте! Сегодня хотелось с вами поговорить на тему, почему беременные часто страдают циститом. Как известно, растущая матка сдавливает мочевой пузырь, мочеточник, из-за этого нарушается отток кровообращения. И за счет этого размножаются бактерии. Помимо этого, во время беременности снижается иммунная система, также бывают изменения в гормональной сфере. Симптомами являются сильные, частые позывы в мочеспускании, также жжение, зуд во время мочеспускания, дискомфортные ощущения, наличие крови в моче. Обследование изначально нужно отметить, что нельзя заниматься самолечением, нужно обратиться к доктору, доктор назначит нужные анализы. Самое первое – это общий анализ мочи, дальнейшая тактика будет назначена врачом, также лечение.